Да прибудет с тобой сила. Поклонники «Звездных войн» несут цветы и свечи к статуе магистра Йоды в Сан-Франциско. Так они чтят память актрисы Кэрри Фишер. Исполнительница роли принцессы Лея скончалась в США накануне. Ей было 60. В преддверии Рождества актрисе стало плохо во время авиаперелета. Она перенесла сердечный приступ, от которого так и не смогла оправиться. Этапы творческой биографии Фишер выходят далеко за рамки вселенной Джорджа Лукаса, но именно роль в культовой космической саге принесла актрисе всемирную известность и любовь миллионов фанатов. Лея появлялась в 4 эпизодах «Звездных войн» впервые в 77-м. А в последний раз поклонники увидят принцессу на больших экранах в наступающем году в уже снятом 8-м эпизоде саги.